Сейчас я приму нейролептик и запью водой. Приму нейролептик хлорпроликсен, который выписан государственным врачом, про которого было видео «Схватка с быком-психиатром». Мне неприятно это вспоминать и смотреть. Так, сейчас я. Он меня будет клонить в сон. Вот что плохо. Я оставил портфель. Наверное, какой-то, ну, человек специально решил меня подставить и там вред причинил. Узнал из моих видео, где я живу, и на первом этаже, когда зашел, и типа кто-то там нагадил, типа, чтобы на меня, ну, чтобы мне навредить или на меня подумать, может, у меня паранойя, я не знаю. Такое впервые вообще происходит. Это началось после того, как видео снимали, но все равно я там не живу уже, меня выгнали. Черт, это... Меня выгнали. Какая разница? Можешь гадить там. Если там хейтер какой-то, допустим, из моего города. Можешь хоть сколько гадить, меня все равно там нет. И никто не поверит, что это я сделал. Потому что там ко мне хорошо относятся люди. Я бесплатно мастер-классы для них проводил. Блин, куда-то здесь упал. Я приму, наверное, полную таблетку, потому что и это, потому что если на ночь приму, то будет синдром беспокойных ног. Сейчас. Вот хлорпробиксен, это дешевый нейролептик. Сейчас на всякий случай залью сюда еще воды, чтобы она стоялась.